Изготовил самодельный телескопчик общей длиной 6 метров. Использовал две алюминиевые трубы с толщиной стенки 2 мм, длиной по 3 метра. Одна труба сороковка, а вторая труба 45 мм. В этой трубе сделал 4 пропила. Продольных, для того, чтобы осуществить зажатие хомутом. И она свободно вытаскивается. Сами пропилы делал обычным гравером, потому что пилой, ножовкой по металлу, так ровно бы не получилось. Длиной пропилы 75 миллиметров. Для зажатия использую нержавеющие хомуты V1 44-47 миллиметра. Вместо болтов использовал вот такие вот болты с карболитовыми ручками для удобства зажатия, чтобы не пользоваться ключом. Усилие создается довольно хорошее. Для оттяжек сделана вот такая вот пластина с распилом 40 миллиметров. Сейчас точно скажу, сколько. 41 миллиметр. Вот так насаживается. Дальше она не падает. Использованы коуши ММЖ 3-миллиметровые. Цинк, оцинковка. Зажимные хомутики, тоже ММЖ DIN741, очень надежные и зарекомендовавшие себя в разных мачтах. И торлепы DIN1480, если я не ошибаюсь, пятерка. Кабель у меня какой был, тросик 3-миллиметровый, оцинковка. И еще один тоже тросик, по-моему, четверка, но сверху покрыт ПВХ. Пока не знаю, что лучше. То ли просто открытая оцинковка, или тросик ПВХ покрытый. Попробуем. В качестве нижнего упора используются две стойки под спутниковые антенны выносные. Вот с таким вот плечом усиливающим. В нижней трубе алюминиевой сделаны аналогичные пропилы для того, чтобы ее вставить на основание и обжать хомутами. Заодно эта внутренняя труба стойки не дает выпасть вниз верхней трубки алюминиевой. Второе плечо 3-метровое. И также есть второе основание, выполняющее поддерживающую функцию. Тоже сделано из такой же стойки. Пока я ее временно вот так вот раскрыл, чтобы с легкостью ее затянуть, а потом обжать. Плюс дополнительно тут есть отверстие, которое будет уже по месту намечаться, чтобы быстренько затянуть контрболтом и не дать ее выпасть при первичной установке. То есть сама мачта будет держаться вот такими двумя стойками снизу, а вверху оттяжками тремя. Это пока временно вот так вот сделано, чтобы просто не выпало.
Потом это затянется сверху и болт. С этой стороны будут анкерные, на анкерные болты посажены.